Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Господи Иисусе! Это без меня! Помолимся, брат. На что же нам просить? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересуют наши дела? Подумай головой. Выбирайся, пока я не вижу. Джинусами, он... Убийство! Пора уходить. Мы вам так рады. Не знаю. Это лицо мне знакомое. Да благословит вас Бог! Почему? Помолимся, брат. На что же нам просить? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересуют наши дела? Подумай головой. Но если это помогает тебе убить время, то, пожалуйста, обманывай себя и дальше. Ты богохульствуешь? Нет, правду говорю. Но отрицать существование Господа? Это единственный рациональный ответ на заявление о том, что на небе живет какой-то невидимый безумец. Судя по тому, что написано о нем в твоей драгоценной Библии, он точно спятил, уж поверь мне. Да как ты можешь? Ты, кто носит одежды священника? Только потому, что они помогли мне подобраться к Медичи. Ты прав. Мне стоит сменить одежду, но после того, как с ассасином будет покончено. Бегите! Эй, можно поговорить с тобой? Мне знакомо это лицо. Тебе не уйти! Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего. Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. Крутинио Кузич, что вы, сестра, передаёте? Прикончи этого пса!